Сегодня 6 августа 2021 год. Сели обедать. И арбуз. Вот у нас. Вот и арбуз. А вот еще один арбузик. Вот. Скажи, не надо так выпадать. Двумя ручками выделить. Двумя ручками выделить. Да. Катится и разобьется. У нас еще что? Дыня? А где дыня? Дыни сегодня, ну, сейчас принесу, но дыня. С арбуз дыни нельзя мешать. Так. Владимир. Не знал, как выбирать просто наугад. А куда арбузик? Постукал, вроде как бы пустотело, но решил с собой. Ой, благодарю. Сочный, сладкий. Виталий, держи. Сочный. И Максиму. У меня есть свой арбузик. Нет, возьми кусочек. Нет, ну, ты же с нами тоже поделишься. Это тебе день рождения. Да, потом этот съедим. Бери. Не урони. Я просто убрала, чтобы... Я пока крышку буду есть, а потом я подрежу вам. Так ты суп не возьми. С хлебом тогда есть. Огород, ну что, что? Посмотри. Огород, да. Корень. Нут. Чеснок. Вот такой нут. Горох нут. Он дефицитный очень горох. Да. Его используют свои в плове. Огурцы. Всякая зелень. А то у нас сегодня пятница. Помидоры, скажи-ка. А вот помидоры. Там. Помидоры вообще гиганты тоже. Угу. Я люблю сладкие ловы. Ну, слава Богу. Господь дал. Да будет благословенно имя его. Это семечки тоже. Подсолнух. Это уже сестра Марина постряпала. Сухарики. Надо буханку взять. Макароны, гречка, суп, компот. Варенье вот 3 сортов. Мед, варенье клубничное и крыжовник. И еще как юргайку или кургай, как она называется? Юрга. Масло растительное. Я потом прошу, варенье же слово. Чеснок. Лук. И бог милый. Володя, арбуз отменный. Ну, чтобы можно было ему, конечно, еще полежать, но он уже вкусный, сладкий.